spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия воблеров от компании Bomber. Это две старшие модели из широкой линейки под названием модель A. Они обладают схожестью во внешности и внутреннем устройстве. Однако имеют различия в размере, весе и рабочих горизонтах. Могут применяться как для ловли в заброс, так и при троллинге. Давайте поближе рассмотрим каждую из них. Обе модификации моделей относятся к классу крэнк, хотя корпус более вытянутый, нежели у классических приманок из этой группы. Тело с округлыми боками, овальное сечение. Максимальный объем мы видим в первой половине, а в сторону хвоста идет плавное и постепенное сужение. Такая геометрия позволяет приманке стабильно играть даже в водоемах с наличием течения. Также среди схожих характеристик можно выделить положительную степень плавучести. Надо отметить, что всплывает воблер достаточно быстро и занимает на поверхности воды горизонтальное положение. Это свойство поможет вам обвести подводное препятствие, замедлив или вовсе остановив проводку, или же осуществить проводку на более мелководных участках. Вариант 7A имеет длину 6,6 см и при этом весит ровно 14 граммов. На мощной пластиковой лопатке, ближе к ее основанию, расположена крепежная петля с заводным кольцом. При ловле щуки рекомендуем ставить надежный поводок. Заявленный рабочий горизонт находится в районе от 2,4 до 3 метров. Вторая модель обозначена индексом 8A. Размер составляет 8 см, масса 17 граммов. При ловле можно использовать мультипликаторную снасть. Округлая лопасть длиной 30 и максимальной шириной 25 мм способна заглубить приманку от 3 до 4 метров. Линейка представлена в большом количестве всевозможных расцветок. Различные варианты темных и светлых оттенков, несколько кислотников. Есть имитации настоящих рыб и креветок. При необходимости рыболов может выбрать с прозрачным корпусом или с внутренней голографической пластиной. Все приманки оснащаются парой оригинальных, достаточно крупных тройников Excalibur TX3. Их основным отличием от других крючков является небольшой наклон жала относительно оси цевья. Они достаточно острые, прочные и надежные, а расположение и удаленность друг от друга сводят до минимума возможность перехлеста. Пластиковый корпус крэнков полый и не содержит системы дальнего заброса. Единственный металлический шар расположен в поперечной камере, которую можно рассмотреть перед первым тройным крючком. Он выполняет роль и огрузки, и балансировки, и шумового элемента, создавая громкий стук во время проводки. Благодаря яркой собственной игре, в качестве анимации для Bomber модели A подойдут простая равномерка или Stop & Go. Хорошо, если воблеры изредка будут задевать лопастью дно. В улове могут быть щука, крупный окунь, а также они могут использоваться при ловле судака. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.